что у нас получилось. Это на ПВХ-пластику, это дерево. С деревом причем рекомендуем сначала грунтовать, потому что образуются вот такие вот проплешинки. Это за счет того, что дерево сильно впитывает, и лучше сначала чем-то прокрасить. Это у нас выключатель и кирпич. Короче, я краской доволен. Тут тоже вот видно людей по-разному на основе. Вот, мне, кстати, это прикольно, что можно показывать, что если, допустим, не так жирно нанесено было, и, соответственно, крапивер такой слабый,